я, Айбатыр Алтынгүл Асылбекқызы, учитель русского языка и литературы средней общеобразовательной школы номер 10 города Актобе со стажем 28 лет. Моим девизом как учителя является «Не навреди, а направь». Учителю необходимо шагать в ногу со временем, знать современные информационные коммуникативные технологии. Ведь использование ИКТ открывает возможности вариативности учебной деятельности, ее индивидуализации и дифференциации и позволяет по-новому организовать взаимодействие всех субъектов обучения, построить урок, в котором ученик был бы активным и равноправным участником образовательной деятельности. На своих уроках я использую информационные технологии, как Blimland, Google Form, генератор чисел, QSIS, QR-код. Как мы все знаем, работа с одаренными детьми требует от учителя гибкости мышления, творчества и профессионализма. Мне удалось реализовать идею работы с одаренными детьми. Мои ученики участвовали в городских, республиканских и международных олимпиадах и заняли призовые первые и вторые места. А также учителю в современном обществе необходимо постоянно доказывать свой профессиональный уровень не только в качестве предметника, но и педагога. Поэтому я принимаю участие в педагогических интеллектуальных конкурсах городского, республиканского, областного уровня и являюсь призером первых и вторых мест. Подводя итог, хочу сказать, что я не буду останавливаться на достигнутом, а буду идти вперед со своими учениками. В жизни есть много разных профессий, и в каждой есть прелесть своя, но нет благороднее, нужнее и чудеснее, чем та, кем работаю я. Я учитель, я горжусь своей профессией. Здравствуйте. Прежде чем начать урок, давайте обратим внимание на доску. Итак, ребята, здесь у нас скрыты слова, которые раскроют тему нашего урока. Пожалуйста, подойдите быстренько. Гармония. Гармония. Сила. Итак, ребята, как вы думаете, с чем связаны вот эти слова? А можно я спросить? Чем связаны с внутренней красотой? То есть тема урока наша? Красота. Молодцы, ребята. Тема урока. Итак, тема нашего урока – что есть красота? Давайте, прежде чем начать, мы с вами обратимся к электронному словарю. Все открыли электронный словарь. Итак, первое слово у нас – «свестники». «Свестники». Пишите «свестники». Сейчас. Так, «свестники». Сейчас «свестники». Куда писать? Слова нужны. Итак, кто нашел? Я. Так, Айварес. Человек одинакового с кем-то возраста. Так, то есть казахша на казахском? Казахская. Да, правильно. Да. Следующее слово. Тамит. Тамит. Следующее слово. Тамит. Тамит. Так, Тамит. Тамит. Зарахтру. Зарахтру. Так, следующее слово. Обожествлять. А, худой умысел. Худой умысел. Худой умысел. Худой. А? Молодец. Злое намерение.
сейчас мы с вами прослушаем видеоматериал «Некрасивая девочка». Носы, куда его пошел, колечки ржеватые кудрей, красы, рот глинен, зубки кривы, черты лица остры и некрасивы. Двум мальчуганам, сверстникам ее, отцы купили по велосипеду. Сегодня мальчики, не торопясь к обеду, гоняют по двору, забывши про нее. Через ссылку зайдите на генератор чисел и нажмите на цифру от 1 до 8. 1, 5, 6. Тихо теперь, 6. Пожалуйста, шестой вопрос. Я вам задаю вопрос, Алия. Как вы ответили на вопросы автора в конце стихотворения? Красота – это есть доброта, душевная доброта к людям человечности. Хорошо, садитесь. Так, дай. Второй вопрос. Как автор описывает портрет девочки? Как автор описывает портрет девочки? Слушай, автор описывает ее некрасивой, но у нее красивая душа. Хорошо. Четвертое. Итак, о чем переживает автор? Автор переживает, что люди начнут ценить внешнюю красоту больше, чем внутреннюю. Молодец. Спасибо. Раскрывая главную мысль текста, определяя тему стихотворения. Парная работа. Как вы писали эту стихотворение? О некрасивой девочке. Я хотела, чтобы все люди поняли, что важна внутренняя красота, нежели внешняя. Потому что внешность иногда бывает обманчива, а внутренняя красота всегда дает человеку знать то, что человек добрый, красивый и душевный. Как вы думаете, что есть на следующий раз? Настоящая красота есть человечность, душевность, когда люди помогают друг другу, когда нет зависимости. Итак, шестая пара. Диалог учителя и учащийся на тему, что есть красота. Мадлик, что есть красота? Для меня это значит вот так. Красота делится на два типа. Внешняя и внутренняя. Внешняя красота – это когда лицо человека красивое, но у нее душа каменная. А внутренняя красота – это лицо некрасивое, но у нее огромная душа и красивое сердце. Хорошо. В чем внутренняя красота человека? Я думаю, внутренняя красота важнее, чем внешняя красота. Потому что внешность бывает обманчива. Если человек красив по внешности, это не означает, что он может выручить тебя в трудной ситуации. А внутренняя красота – это и есть доброта, душа, верность к своему другу. Так что думаю, что красота человека – это внешняя, внутренняя красота. Ребята, вы должны подготовить презентацию. То есть первая группа, вы готовите облако тегов, внутренняя красота и внешняя красота. Вторая группа, вы готовите ментальную карту по теме красота. Приступайте. Внутренняя красота – это душа, воля, человечность, гармония, доброта, искусство, уход, сила, гармония,
красивое сердце. Внешняя красота – это привлекательность, тело. Любовь, доброта, душа и чувства. Внешность – лица, тело, одежда, волос, кожа. Ребята, подводим итог нашего урока, заходим по ссылке в Google форму и даем оценку ученику.